Ну вот, я на таворе. Сейчас попробуем облетать наш однослойничек. Ну вот, отлично, все прекрасно. Крылышко чудное. Держится очень хорошо. Молодцом и бодрячком. Сейчас полетаем. Посмотрим, как оно будет себя вести в наших таворских условиях. Вот такой красавчик. О! Замечательно. Лайт неплохой. Я иду на закрытых триммерах. Так что все великолепно. Мне пока все нравится. Идем даже против ветра. Можно попробовать даже триммера открыть. Вот таким образом, например. И посмотрим, что у нас будет. Так, ну, предпосылок к сложениям нет. Хотя дует и дуют термики. Ну что, нормально. Все хорошо. Все замечательно. Вот такая красота. Пушками я баловаться не буду. Вот затянем тримера и пойдем спокойно на посадочку. Великолепно. Очень быстро, шустрый. Очень даже мне нравится. Высоты хватает дойти до штатной посадки. Я спокойно долечу до штатной посадки. Это, конечно, не настоящий параплан, но все замечательно. Стабильный, не шевелится, великолепно. Ушки хлопают. Прекрасно, уши держатся великолепно, очень хорошо. Прекрасная крылышка. Сейчас проверим маневренность у земли, как это все будет. Ветерок у нас южный. Высоты мне хватает на посадку прекрасно. Что все замечательно. Вывешиваемся. Вот так. И разворачиваемся против ветра. Посадки небольшая, и тем не менее, ой, фух, красота. Вот такая вот чудесный полет получился, замечательный, с горы Тавор на моем однослойничке. Все удачно, мне очень все понравилось. Так что будем теперь летать на дюнах, пробовать его в более сильный ветер на дюнах. Все отлично. Красавчик. Будем дальше летать. Пока.